Грустенцева Екатерина, 21 год. Грустенцева. 21. Чем вы занимаетесь? Студент. С чего? Академические международные отношения. На кост? Нау. Алиска. Я понял. Театр вам зачем? Я люблю играть. Это абстракция. Ну, это абстракция, да. В детстве собиралась на кухню народу, и это были родственники, соседи, но это были 90-е. И издевалась. Один тоже стих, или два было, я не помню, каждый вечер. Они засыпали, я говорила, ну, рано мне говорят, встали все быстро и слушали меня, дальше хлопаем. Я артистка, мы зрители, я каждый день годами, пару лет тоже. И они мне бедные ничего не говорили, поэтому я, наверное, артист. Можно то, которое я читал? Я не помню, когда я говорила. Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда приятно человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности, сомневаться в непрочности идей, гипотез, восприятия, радость, произведение искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны Сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности. Расстроилась. С глубоким миром дорогами. Анекдот. Раніше була така передача «Презент на радіо», де люди дзвонили і замовляли пісні в прямий ефір. І ось дія відбувається у селі, дзвінок у прямий ефір, сидить ведуча. Ой, на жаль, дзвінок зірвався, тож, мабуть, почитаємо листи. І так, перший лист, беремо перший лист, так, перший лист у нас від Миколи Голопутенка, який 15 років працює у колгоспі, і його улюблена пісня про комбайн. Тож лунає пісня про комбайн. Далі. Беремо другий лист. І так, другий лист у нас від... І другий лист у нас знову від Миколи Голопупенка. І лунає пісня про комбайн. Тож далі беремо третій лист. І третій лист у нас знову... І третій лист у нас знову від Миколи Голопупенка. І лунає пісня про... Та не читав. Ні-ні, Микола, не вийобіся, буду слухати пісню про комбайн. В общем, действие происходит на выпускной. Ну, это сцена. Ладно. Действие происходит на выпускной. Это обычно на выпускной... Отводится два дня, все пытаются отстрелять на первый день, и это второй день. Вот у нас так получилось, мы во второй день решили отметить все, пришли на выпускной, это было в центре культуры, в центре города, все пришли на выпускной, огромный зал народу, то есть люди, которые просто захотели прийти, какие-то люди с других школ, мэрия, горно, деревня. Что это за город? Это небольшой город, 150 населения, приблизительно 150 тысяч, Павлоград, Днепропетровск. Да, знаем, вы... Да? Вот, и действие происходит именно разгар выпускного, не разгар выпускного, а начало выпускного, и там какие-то заметки произошли, и, значит, включили песню нашего школьного вальса, которую мы танцевали на последний звонок. И, ну, это просто его включили на фон. Спасибо, да. Долго. Ладно, поехали. Когда начнет он, Женя, что говорю, начните с этого, вы долго объясняете. Можно два слова, я два слова, скажите. А давай, двух слова. Все, слова кончились. И платье падает. И платье вот так падает, и тут ничего нет. И что, в смысле, у тебя сисек не было? А, личик, я думаю, что, сиськи были, все нормально. Ты что, плохого? Да ничего, это был такой позор всей моей жизни. Это было пиар твоей жизни. Когда я начала всем рассказывать, мы все смеемся. Я понял.
долго рассказываю. Песня. Дым сигарет снегом, пьяный угар качает. Глаза ты смотришь другому, который тебя ласкает. А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. Спасибо. Из какого-то города. Хорошо, ладно,